Всем доброго времени суток. Да, я нахожусь именно там, где снимался фильм «Выживут только любовники». Снимал Джим Джармуш. В Танжере, Марокко. Про себя. Я врач как западной, так и китайской медицины. Сейчас вынужденно нахожусь вне России. И могу предложить тем, кто остался в России, и, ну, в общем-то, тем, кто ее покинул, отличный комплекс китайской классической медицины, который возвращает и поддерживает здоровье. Этот комплекс я преподаю уже несколько лет. До этого преподавал другой, не менее распространенный, известный комплекс Бадуанзинь. У своих клиентов я получил отличные результаты. В общем-то, это из практического опыта, а не из книжного. И всех приглашаю на занятия. У нас постоянно проходят тестовые, пробные занятия регулярные. И потом, когда набирается группа, мы проводим обучение. Полное обучение комплексу. Всем спасибо за внимание.